Одесская национальная академия связи постоянно проводит семинары и конференции на своей базе в сфере телекоммуникации. Главная цель – постоянное повышение качества стандартов телекоммуникационной связи. Желание принять участие изъявило немалое количество специалистов. И это неудивительно, ведь сегодня в условии жесткой рыночной конкуренции побеждает тот, кто идет в ногу со временем. Мы призваны информировать, мы ориентированы на то, что, проводя такие семинары, проводя такие обучения, такое обучение, мы будем давать возможность нашим предприятиям, не только телекоммуникационным компаниям, вообще предприятиям связи, предприятиям, организациям, гарантировать своим потребителям, всем своим заинтересованным сторонам в том, что они работают качественно, в том, что они способны обеспечить те требования, которые сегодня ставит наш потребитель с возрастающими потребностями качества услуг, качества продукции. Технологии не стоят на месте, и во всем самостоятельно разбираться сложно и долго. Семинары в Академии связи славится своим качеством и полезностью. За это их и ценят специалисты сферы телекоммуникации, да и не только. Все происходит в режиме диалога, и эксперты, которые представлены на данном семинаре, высказывают свою экспертную точку данной специализации. Хочу поблагодарить Академию связи за организацию столь важного и необходимого для телекоммуникационных компаний семинара. Система управления качества необходима нашей компании для того, чтобы мы могли предоставлять нашим потребителям качественные услуги. Кроме представителей телекоммуникационных компаний, семинары посещают еще и преподаватели других вузов для поднятия квалификации, чтобы не обучать своих студентов тому, что уже кануло в лету. Это есть сегодня необходимостью, новые стандарты, которые внедряются в Украине, конечно, маленькими темпами, но не внедряются. И 2 года назад в системе образования уже начался процесс выдачи дипломов международного стандарта. И, конечно же, необходимо переводить уже и учебные планы, и рабочие программы под новые современные стандарты. Поэтому вот наша цель действительно посещать такие семинары, тренинги для обучения, чтобы в дальнейшем внедрять в своем учебном заведении. В целом программа семинара была насыщенной, и ее участники смогли не только узнать много нового, но и наладить более тесные отношения между собой. А кто знает, возможно, именно благодаря таким мероприятиям в Одессе появится очередной крупный проект.